Заходите. Терта родители бросили, а Маха своих потеряла. Неудивительно, что им хочется просто человеческого тепла. Если нужна будет наша помощь, скажи. Мы сделаем все, чтобы помочь вам. Они обе влюблены в меня. Все идет по плану. Доброе утро. Доброе. Ты быстро заснул. Чуете странный запах? Я тоже чувствую. Что это? Что? Из-под одеяла идет. Стойте! Позвольте мне о вас позаботиться. Все-таки я ваша персональная служанка. Я могу помочь вам и с этим. Братец Илик? Да. Зовешь меня сестрой? Но ведь на самом деле мы не родственники. А? Почему бы мне не стать одновременно и твоей сестрой, и твоей девушкой, а не выбирать между этими вариантами? Это тоже часть моего плана.